Доброго времени суток, дамы и господа. Уверен, многие люди ждали катализатор уже 18 числа, ведь это шестая неделя с момента открытия сезона. Но, к сожалению, катализатор стартует только 25 числа, но при этом компания Blizzard накидывает нам всякую дополнительную информацию касательно того, как мы вообще будем получать заряды для того, чтобы прокручивать наши эпические предметы в сетовые. Об этом сегодня поговорим. Накидывают нам информацию касательно того, что, как вариант, делая какое-либо событие в открытом мире, мы будем получать 10% в завершение квеста для получения этого заряда. И заряды при этом будут раскинуты абсолютно для всех персонажей, что довольно-таки интересно. Какие события идут в учет? Ну, например, суп. Тот самый суп великий, который мы наварили в Лазурном просторе, в Искаре. Варим суп, получаем 10% прогресс квеста. Удобно, приятно, окей. Дальше, какие у нас есть еще события? Осада. Осада драконьей погибели. Тоже 10% вылутываем. Убийство рарников в этих бурях стихий дает по 5%, что тоже довольно-таки приятно. Периодически, когда мы пролетаем по какой-либо локации, можно увидеть большой черепок. И, то есть, убив этого жирного мопца, можно вылутать эти 5%. Также, что является неподтвержденной информацией, то, что за убийство боссов в рейде актуальном хранилище воплощений, а также при прохождении мифик обычных данжей или мифик плюсов, мы будем получать целых 25%. То есть, условно, если так оно и будет, то что нам нужно сделать? Мы проходим всего-то 4 данжа каких-нибудь мифик плюс, мы заполняем наш викли лут сразу же на 2 квадратика, на 2 прямоугольничка, и лутаем следующую неделю. Выбор небольшой имеется. Так еще и заряд при этом получаем. Удобно? Да, удобно. То есть в целом, как я и предполагал, то, что делая какие-то самые обычные действия, которые не особо нас напрягают, мы будем вылутывать этот заряд. Окей, хорошо, это в целом замечательно. Что ж, 25 числа открывается катализатор, ну и сразу нужно будет лутать зарядик, сразу нужно будет походить в данжи, поделать различные действия в Open World, ну и поубивать рарников. Собственно, каждый сам для себя решит, чем ему заниматься. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Также там имеется интересный для вас розыгрыш. До скорого!